Солнце, смотрите, парни. И как это хорошо вообще ощущать эту жизнь. Смотрите, друзья, солнышко аж слепит. Я вот вышел из дома сейчас. Вот я с курткой. Вот такой вот. Это я свою куртку продал. А продал, спросите, где вы? Вот я продал в Инстаграме. Плагстор магазин мой называется. Там я продаю свои вещи. Вот в описании ссылка будет. Может там зайти, я периодически туда что-то выкладываю. Сейчас отправлю ее, поеду в ЦДМ. И вроде как, смотрите, на улице-то сухо. Сугробы еще валяются. Но сухо. Поэтому, возможно, мы сегодня пострипуем. Главное, знаешь, как Артем кайфует? Посмотри на его руки. Как я работаю, да? Вроде как человек, я просто Артем. Гематомы, блядь. Да, конечно. А ты можешь чиркать? Типа, свидетель я. Мне кажется, она отвалится, как основной зритель. Ну, смотри, я вот раз... Правильно солнце разделил. Пиздец. Кэмпбелл, тебе пиздаться, баба, не приезжай. Ладно, если хотите видеоблог полноценно вот на этом, напишите в комментарии. Максиму в Инстаграм. Вот они, стрит. Все, мне пизда. Ебануто, охуенно, круто ощущение вот ехать так. А, на, поговори, что я скажу. Привет. Вот мы тут. Это город Павлодар. Вот вы немножечко прокатились. Я купил Селин, а потом Селин. О, привет, ты стрит? Немножко. Не, ну очень классно. Солнце светит. Мы, короче... А давайте в гейм сыграем. А нахуй ты говорил? Ты сказал то, что... Давайте тут катать. Ну, поехали дальше. Вот, тут очень... Давайте тут катать. Тут очень стильные люди. Меня все ебало, блядь, чумазы. Ты бы там, сука, быстро, либо бы понял, почем фунт изюма, и как хорошо жить, и как хорошо каждый день очередной прожить, нахуй, как это хорошо. Что говорить? Тут все мои друзья, вот они. Вот. У всех денег до хуя. Да. Ты, блядь, не об этом думаешь. Ты пойди наруби дров, нахуй. Почисть собственный двор. Подъезд, блядь, прибери. Пойди, наклонись лишний раз к земле. Давай сразу с портфелем, один трюк. Yes. Регулировщик. Все, первый трюк сразу, без раскатки. Нормально. Вот он стрит, блядь. Давай еще раз, один трюк, один, сразу. Вау, чувак! Пацаны, катайте стрит нормально. А ты стритер? Нет.
Одно слово. Блять, она еще хуй. Ага. Ну давай, стрит. Ты похуй? На камеру вот. Ладно. Ты чё? Он не думал, я схожусь? О! А? Просто, блять, тут скамейки просто ебут. Вот так вот, блять. Шок. Не форсануло. Кто-то докурил и бросил. Ему стало жарко. 12 сторий один размер. 12 сторий? Блять. Да забей. Кстати, хорошо, чувак, поехали, нормально. Хорошо выглядели. А там можно кататься? Да. Ебать, что? Это Ян Вирлан делал. Или Сеси Бенко вообще. А, это там. Я ее должен отдать. Кому? Вот. Вообще хорошо, чувак. Зря Сережа все идет, чувак. Блять. Поехали. Да нет, это все еще красный, блядь. Смотрите, что мы нашли, блядь. Удали. Долбоёб. Удали, на. Сфоткал. Я сфоткал. Все, сфоткал. Блять. Оп. Все, поехали куда-нибудь уже. Там трак. Бля, как тут Диман Лёху. Хороший спот. О, чувак. Тут сделали хуйню. О, кстати, да. А, нет, не сделали, вот она сломана все равно. Но я кого-то приварил бред. Топпер клак стиль. Давай я сделаю. Давай сделай, братан. О, нормально, кстати. Ладно, поехали дальше, нормально. Вот и все. Все, блядь. О, парни, новый спот. Смотри, подкат прям нормальный. Так, хорошо, это будет пацаны рейл. Подкат прям. Надеюсь, нам сейчас пизды дадут просто. Вот и стритеры. Охуеть, чуваки. Построили фан. На фанбокс прыгайте. Пиздец. В общем-то, парни, у нас открытие сезона, и перед открытием сезона нужно закупаться детальками. А вы это можете сделать в Кикмите, потому что Кикми дарит вам 3000 рублей на покупку от 10 тысяч рублей. То есть, простым языком, например, вы покупаете себе деку, и вам скидка 3000 рублей. Но можно сделать такой прикол, например, купить колеса 6000 за 7
набрать там шкурку, не знаю, рулевую, грипсы, и это вам все будет бесплатно, потому что скидка 3000 рублей. То есть вы покупаете колеса, а вам все остальное в подарок. И вот я, например, хочу взять вилочку Aztec, она стоит 10 тысяч рублей ровно, и я могу на 3000 спокойно себе что-нибудь набрать, там, грипс, шкурок, рулевой, там, или еще что-нибудь. И это будет не все бесплатно, так скажем, в подарок. Вот, по промокоду, вот тут цифры на экране, пользуйтесь, в описании тоже будет, можете заскринить. Вот, а я себе беру вилочку, и, ну, вот я знаю, что у Ленчика, у Максима и у Артема черная, я вот не хочу быть как все, я себе возьму, наверное, хромовую, вот такую вот. Сейчас поставлю себе на скутер. Вот такая вот вилочка. Бля, мой самокат стал еще легче. Не знаю, оцените в комментиках. В общем-то, эта акция продлится до конца этого месяца, то есть до конца марта. Используйте, это хороший шанс купить детали перед началом сезона. Очень выгодно. Вот, а мы едем кататься дальше. Не знаю, что с этой вилкой, кстати, делать. Может быть, разыграю ее в телеграм-канале, но это не точно. Поэтому подписывайтесь и следите за обновлениями. Ну и, в принципе, я всегда там. Поэтому тоже ссылка в описании. Ну и промокод. Не забывайте, эти цифры тоже в описании. Вот они, стритеры. Просто. Кинули меня сегодня. Я пришлось их догонять. Второй день открытия сезона. Дерьмо, лучше не открывал. Я разучился прыгать. У меня ноги слетают. Как настроение сегодня? Говно. Погода, да как-то с погодой. Поедет брак. Есть что показать. О! Что? Бля, у меня там где-то. Бля, круто еще. А вот это посмотрите, ну стакан в Ониксе такой новый. На следующих досках на всех будет. Резьба. Вон там человек учится. Снегу мягче, наверное. Вот она на снегу учится. Да, сначала учитесь на снегу. Бедолага. Так сезон закончился уже. Снежный. Ну, она на сноуборде же. Снег-то еще остался. Ах. Как Тимур наш. Блядь, это пиздец. Блядь, это пизда. Нормально. Можно стиля просто такого? Стилька именно. Во, между ними надо шашки. Артём стритер. Можно. Это он стритует, конечно. Йоу! Это вот тут спот, если что, кто не знал, в ВДНХ. Хороший спот, граньки. Может, видели где-то видос. Я сам нашел спот. Когда он был? В натуре нашел? Ну, это я нашел город Тринова. Ну вот, показал Никите. Вот, и мы сняли с ним тут по трюку. Так. Это для кого рассказываешь? Я вообще Максиму рассказывал. У меня селфи-палка. Вчера звонил с Текси, и у меня научился новый измену. А ну-ка. Блять. Что за пластырь на куртке? Расскажи, пожалуйста. А? Что за пластырь на куртке? Поцарапался. Реально? Парни, оцените хил. Хороший, кстати, мне нравится.
Во! Альтернативный взгляд. Подожди, а так хил можно сделать? Антистиск, давай. Пиздец. Вип хороший. Новый персонаж вот еще. Антистиск. Вот так, едешь ты? Не прыгай, Артём. Антистиск, давай, я забился. Это изи стиск. А знаешь, ты немножко делаешь вот так хил и вот так. Это еще скутеры. Ребят. Бля, все, это шиза нахуй. Все, блядь. О, хорошо, хорошо. Но это тяжело. Давай, сними мне нахуй трюк, блядь. Сториз для подписчика, блядь. Для подписчика одного? Блядь. Покажем, как катать надо, блядь. Чё? Я вам покажу, как катать надо. Как снимать профайл? Блять. Я можно вип дроп делать? Аккуратно только. Подожди, я умею вип на дизайн. А я могу дизайн. Где резиночку брать? Блять. Почти добрал. Блядь. Это первый стрит. Он яйцами пёзнулся. Сейчас, так можно воды? Там гайки. Какой? Всё, погнали, похаваем уже. Смотри, как прыгает. Это потому что настоящий. Круговой. Смотри, мой как прыгает. Он как бы подпрыгивает. Потому что это прыговый. Прыговый самокат. У меня до горы просто. Может прыгнуть вот так же? А для трюков? Не. Вот это как? Тут это все сделал. Сначала надо научиться крутить. Ну, парни, вы сначала научитесь, а потом уже это... В Инстаграм клипы снимайте. Правда. Нет такой страны. Сфоткал, сфоткал. Газу, 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 Артём, газу, газу. Ну, пойдём. Эй, ладно, ладно. Вот человек, который насмотрелся ТикТока, блядь. Не, я рано рассказал, что так в Америке едят. Он тебе напиздел. Не-не-не, так реально в Америке кушали. А ты думаешь, зачем тут трубочка, чтобы пить? Я сейчас самое крутое заказать какую-нибудь хуйню, которую вообще никто не заказывает. Чё реже всего берут? Тут креветки, блядь. Кляре, блядь. Кого хочешь удивить, блядь? Ролл про Макдоналда? Ты посмотри, как ты ешь, блядь, ёпт. Я тоже самое сказал. Тебя вообще права не имеет говорить, блядь. Чего мы картошку пиздим? Потому что она как на тесто на вкус. Очень вкусно. Где живет? Водой. Вода какая? Ой, блядь, он не мокрый? Нет. Я как Артём. Мне очень интересно, а ты можешь ехать и на самокате, и вот это хаос? Это к Артему надо было. Я дорожу едой, которую мне подарил Бог. Идем? Со мной боюсь. Что это оно? Ты тут хорошо выглядит? Ну давай. А что сделал? Трюки. Бля, вообще, мне нравится. Прикольно. У нас новый стиль, парни. Возвращай. Вообще хорошо выглядишь, чувак. Как нужно прямо. Работа над отдыхом кипит.
Мне нравится эта хуйня. И типа забыл. Я очень расстроился. Подумал, вы реально подумали, что я это могу спиздить. Мы не подумали, что ты можешь спиздить. Никто ничего не пиздит. Мы подумали, что ты нас пранканул и забыл. Да я понял. На, подержи, у меня идея. Все, хватит. О, архив пошел. Ой, бля, горит все, пиздец. Ай! О, нихуя! Все, давай вот убей, вот убей. Ебаш. Все. Ты сделал? Ну да, все, пока. Серьезно? Как на склоне все. Ну ебани что-нибудь, прыгни как можно выше. Там болты! Ну прыгни. Молодой человек. Сереж, ты помоги, Сережа. Что случилось? Да блядь, чни мне виагру подсыпай. Пиздец стоит. Артем отомстил. На рекорд иду. Ой, сука, ай, больно! Помогите! Что?